Почистив блендомедом клюв в ауле, ворона сел поесть шашлик на стуле. И чтобы мясо в горле не застрял, ворона хван шкары бутылку взял. Тут мимо на работу шел лисица. Глаза стекло, а тела похмелится. И запах шашлика, услышав носом, к вороне подбежал с таким вопросом. О, Джураджо, какой хороший ты! Че кушаешь, шашлик или манты? Не твой то дело, Джураджо, ворон сказала. Вон пошел. Но наш лиса не унимался, беседу продлевать старался. На все три зуба улыбался, ложился, снова поднимался, моргал стеклянным хитрым глазом, пищал и ловко двигал тазом. При этом говорил вороне: какие бедра у тебя красивые, как хорошо на них сидят лосины. Какое красивое у тебя лицо. Ты красивее, чем бурундук отцов. Какие перья, все почти что без ущерба. О, а мускул твой, смотри, битали щерба. Твой запах, это мед цветов Узбекистана. Ты не ворона, ты орел. Монтана. А ты фантастик, Джураджо, ты знаешь? И слышал я, ты круто танцуваешь. И у ворона от такого комплимента поднялся дух моральный в 22%. Он танцевать не мог от самого рождения. Проблемы были с координацией движения. А тут танцором друг назвал его лиса. Ворона встал на стул, сказал: «Асса!» И начал двигать всеми свой частями тела, пока в затылке его кожа не вспотела. Но вдруг ворона лапам оступился. Сломался стул, ворон упал, разбился. Шашлык на землю повалился и полбутылки хванчкара. Хитрый лиса сказал: «Ура!» Всю подобрал и был такой. Теперь лежит под саксаулом. Никакой. Мораль. Когда тебе шашлык с вином послал Аллах, все забирай и ныкайся в горах. И будь ты лучший танцовщик аула, чтобы плясать, слезай, дурак, со стула.